Всем привет! Меня зовут Вероника, и я руководитель волонтерского центра в городе Минске. Всю свою жизнь я живу в деревне, у нас большое хозяйство с семьей, и за всем этим мы ухаживаем сами. В деревне народ открытый, и мы привыкли дружить, общаться, отмечать вместе праздники, и поэтому этот опыт я решила привнести в работу волонтерского центра, чтобы это было место, в которое любят приходить люди, и местом, где думают не только о себе, но и о других. Я люблю свою работу, потому что я помогаю людям, и это дарит мне радость. Вы также можете присоединиться к нашему волонтерскому движению и испытывать те же чувства и эмоции, которые испытываю я. Потому что, возможно, именно в соседнем доме находится человек, который нуждается в помощи. И вам нужно потратить всего лишь 15 минут на то, чтобы пойти и принести лекарство этому человеку или купить продукты. Это не всегда так сложно, как выглядит на первый взгляд. Помощь может быть разной, как профессиональной, так и простой. Например, сейчас мы покупаем лекарства и продукты пожилым людям, а также помогаем детям со школьными предметами, которые вызывают трудности через онлайн-репетиторство. Также у нас есть праздничные программы и проекты, когда мы доставляем бабушкам, например, шабатные наборы. Я вас уверяю, что помогать может каждый. Если у вас есть такие мысли, приходите, мы обязательно что-то для вас найдем. С нами помогать людям не страшно, потому что этот путь мы проходим вместе с тобой. И у тебя будет все необходимое для того, чтобы оказать помощь. И знания, и обучение, и умения. Мы тебя ждем! Приходи!